Всем большой привет! Рада вас видеть! Сегодняшнее видео – это покупочки уходовой косметики в апреле месяце. Очень было много новинок, давайте с них и начнем. Увидела я такую красоту в магазине «Лента». Эта баночка-коробочка сразу привлекла мое внимание. Я решила с ней познакомиться поближе. Что это? Это у нас лосьон для тела, бесконечные выходные, в очень красивом таком летнем, поднимающем настроение оформлении. Вот информация, 250 мл объем, производство компания Max Brand Нидерланды, но произведено в Польше. Увлажняющая формула с алоэ вера, 6 месяцев после вскрытия, один раз я уже его попробовала. У него очень легкая консистенция, давайте вместе с вами попробуем. Довольно легкая консистенция, и она очень интересная. Мало того, что она легко наносится, очень так, знаете, хорошо распределяется по коже. И вот вы распределяете, и вот буквально считанные секунды, и эта, казалось бы, кремовая густая консистенция с виду превращается в водичку. Как будто такое, знаете, вот прям глубокое увлажнение. Вот, все полностью, да, наверное, немножко вам видно, что превратилась в водичку и очень хорошо глубоко увлажняет. Аромат очень приятный, косметический, чем-то конкретным не пахнет, просто такой легкий косметический аромат. Я люблю лосьоны, кремы для тела, с удовольствием ими пользуюсь. Что-то новенькое решила попробовать. В линейке было представлено 3 вида, но мне понравилось именно это оформление. Стоило где-то в районе 180 рублей. Следующий продукт я приобрела от своей любимой корейской компании Deo Proc. Это тонер для лица успокаивающий с экстрактом огурца в огромном объеме 380 мл. В основе лежит экстракт огурца, который прекрасно увлажняет, смягчает, проникает в глубокие слои кожи, наполняя их влагой как бы изнутри. Мне очень нравятся тонеры, мне они кажутся более обогащенные, более плотные по текстуре. Моей коже комбинированной, склонной к жирности, они вообще подходят просто идеально. Наношу на ватный диск, протираю лицо. Вообще тонер для меня это завершающий процесс очищения кожи и первый шаг ухода дальнейшего. То есть обязательно мой уход не обходится без тоника. Ну, сейчас я как бы вплотную подошла к тонеру. И именно этот, чем нравится, я уже пару раз его попробовала. Изумительно приятный, тонкий аромат, очень приятный. Успокаивает кожу, какие-то мелкие раздражения, шелушения, нормализует выработку сальных желез, что сейчас особенно актуально в период, когда у нас уже потепление идет. Вот информация, кому интересно, почитайте. Очень мне нравятся тонеры. Не боюсь я такого большого объема. У меня сейчас в использовании есть тоже от этой компании, вот я уже половинку использовала, этот идет с улиточной слизью. Он у меня прям на ура уходит, тоже здесь большой объем, то есть смотрите, да, уже чуть-чуть поменьше половины я использовала, поэтому тонер я очень-очень люблю. Его цена 480 рублей, видела у девчонок, где есть сеть магазинов 7 дней, видела в этой сети, стоил он 520 рублей, виды тоже были разные. Далее я решила познакомиться поближе с компанией Формона и их знаменитой линейкой Tutti Frutti. Вот так вот поставлю. Очень красивое оформление. Что это у нас? Это масло для ванны, личи и рамбутан с мерцающим эффектом. Изготовитель город Краков, Польша. Большой, огромный такой объем, 500 мл. Чем привлек меня этот пузыречек, этот бутылечек? Ну, конечно же, своим оформлением. Камера немножко приглушает. На самом деле, более такой цвет яркий, такой малиновый, насыщенный. И личи, и рамбутан у нас являются, конечно, такими экзотическими составляющими. Не на каждом шагу, не в каждом далеко продукте их встретишь, поэтому, конечно же, попробовала.
Как производитель пишет, один-два колпачка мы добавляем под струю воды и наслаждаемся ярким, сочным, взрывным тропическим ароматом. Я протестировала, аромат, конечно, сумасшедший, взрывной, просто сумасшедший. Это, знаете, вот какой-то вот прям взрыв чувств. Очень понравился аромат и сама консистенция, он такой, видите, само масло довольно густое, переливается, текстура такая тягучая, с такими мерцающими частичками, очень потрясающий аромат, буду с удовольствием пользоваться. Этот продукт не бюджетный, он стоит 600 рублей. Видела его во многих интернет-магазинах и также знаю, что есть в сети магазинов «Твой дом». Следующий продукт тоже от Формона, линеечка Sweet Secret. Но так как я купила средство для ванны душа, то, конечно же, я решила взять еще и миндальный бальзам для тела в объеме 225 мл. Очень красивая сладкая упаковочка. В основе этого продукта лежит трюфель и миндальное масло. Аромат безумно, безумно приятный, безумно сладкий, он очень насыщенный, концентрированный в бутылочке, на теле, я пробовала его два раза, на теле он не такой концентрированный, не такой насыщенный. Ну, конечно, кожу напитывает он просто на 100%. Кожа напитанная, бархатная, гладкая, нежная, хорошо смягчает. Цвет такой имеет приятный, цвет такого, знаете, топленого молока. У него очень интересная текстура. И, как вы видите, наверное, вам будет видно, в составе имеются такие черные... Ну да, вот надеюсь, вам видно. В текстуре бальзама есть черные точки. Это частички мелко-мелко измельченного миндаля, который никакого скрабирующего либо абразивного эффекта не дают. И так потом постепенно растворяются. То есть не ощущаются и не раздражают кожу. Ой, какой он волшебный. Он, знаете, такой... К нему нужен подход, он очень долго впитывается, его прям нужно растирать, с ним нужно работать, им нужно наслаждаться. Это время, которое вы можете посвятить себе. Я зажигаю свечи, знаете, вот себе такое устраиваю мини-спа-процедуру после ванны расслабляющей, такой завершающий у меня уход за телом. Вот что пишет нам производитель. Его полная цена 560 рублей, но по акции я купила немножко подешевле. Ссылочки я вам оставлю, девочки. Кому интересно, вы можете тоже познакомиться и, возможно, если вас заинтересует, приобрести. Далее вам покажу лесной бальзам, тройной эффект. Природная свежесть. Нравится мне лесной бальзам. Он хорошо освежает полости рта, хорошо... оставляет такой приятный привкус и сильно не жжет, не щиплет полость рта. Меня это вполне устраивает. Давайте, наверное, мы немножечко с вами подвинемся, а то у нас все, как всегда, не помещается. Раз мы уже с вами заговорили про полость рта, хочу вам рассказать про зубную пасту. В пустых баночках Марта я вам показывала Пепсоден только в красном исполнении. И говорила, что хочу еще попробовать именно Хербал 1, 2, 3. Вот приобрела эта паста, ну довольно бюджетная, в районе там 100 рублей она стоит. Здесь большой объем 120 грамм. У нас производитель Индонезия. Что она нам обещает? Хорошо очищать, снижать повышенную чувствительность зубов. И, как я понимаю, здесь содержится фтор. Попробуем, давайте с вами откроем. Также в линейке есть у них и ополаскиватель, и зубная щетка, но, честно сказать, я не встречала. Таким образом выглядит паста. Большой объем 120 грамм, вот такого вот цвета. По запаху очень освежающее, и знаете, мне кажется, есть какая-то нотка пересечения с пастами лесной бальзам, которую я просто очень-очень люблю. И еще одну пасту я приобрела в этом месяце, это компания Rox.
зубная паста 3 в 1, бальзам для десен. Знаете, тоже, наверное, отголосок идет к пасте лесной бальзам, но только, конечно, паста лесной бальзам стоит 45-50 рублей, это, конечно, в районе 260 рублей. Зубная паста с экстрактами лесных растений, натуральными противовоспалительными комплексами. Девочки, ну что хочу сказать, ну я люблю Рокс. Люблю 75 миллилитров, здесь объемчик небольшой. Давайте мы с вами тоже ее вскроем. Такая вот упаковка у нее. Классненькая. Буду пользоваться. Она зафольгирована. Поэтому зубные пасты Рокс я очень-очень люблю. Следующая моя покупочка. Точнее, даже не моя, а у меня ребенок схватил. Это компания «Солнце и Луна» для девочек. Пена для ванны. С ароматом спелой клубнички 3+. Дочка увидела оформление, она любит принцесс, всяких девочек, поэтому, конечно, схватила, зажала, говорит, хочу. Но я ей приобрела 200 миллилитров объем. По аромату не очень нам понравилось, аромат такой немножко химический, химозный, но надеюсь, что будет хорошо пениться и больше, в принципе, от пены ничего ждать и не стоит. Мое внимание привлек крем универсальный от Невской косметики «Пантенол». Здесь содержится 5% декспантенола, смягчает, успокаивает, восстанавливает и устраняет шелушение. Объем здесь небольшой, 40 грамм. Таким образом выглядит упаковочка. В составе активные вещества – это депантенол и масло ши. Нравится, что небольшой объем, можно взять с собой куда-то. Такое средство, мне кажется, всегда должно быть дома, мало ли что, какой-то ожог, покраснение кожи, шелушение, все что угодно, и такой продукт должен быть. Салфетки для лица матирующие, это компания Eva Esthetic, 50 штук с экстрактом зеленого чая. Что нам обещает производитель? Ну, я думаю, как и любые матирующие салфетки, в принципе, применимы и рекомендуются для комбинированной склонной к жирности кожи. Особенно сейчас, когда у нас впереди лето, сейчас уже такая весна в разгаре. Давайте вскроем. Посмотрите, какого они красивого цвета. Такого прям изумрудного с вкраплениями, я так понимаю, зеленого чая. Очень красивые. Стоили они очень бюджетно. Всегда ношу в сумочке и по мере необходимости пользуюсь. Также из корейского ухода я себе приобрела гидрогелевые патчи для глаз от компании IUM с золотом и черным жемчугом, увлажняющие и освежающие. Очень красивая упаковка. Здесь полностью все у нас идет на, прошу прощения, упаковка такая вся зеркальная, вся красивая. Полностью идет информация на корейском, английском языке. Давайте вам покажу баночку. Я решила попробовать для себя какие-то новые патчи. Там вот есть на дне у нас лопаточка валяется, как всегда, для гигиеничного использования. Вот что пишет нам производитель. Кому интересно, то почитайте. В линейке есть с пептидами, с экстрактом ласточкиного гнезда, с зеленым чаем. То есть вообще огромное количество. Если мне понравится, то я познакомлюсь с другим ассортиментом и себе еще какие-нибудь другие присмотрю. Покупала я у нас в городе в магазинчике корейской косметики. Девушка мне посоветовала их. Они обычные, стандартные в упаковке. У нас идут 60 штучек и такого черного цвета. Вот так они выглядят. Очень довольно красивые. Здесь у нас такая заглушечка. Они пока вскрывать не буду. Сейчас я заканчиваю свои патчи от Farmstay, и как только их закончу, то, конечно же, перейду к этим. Ну, держим, как обычно. Держу я эти патчи в дверце холодильника, плюс дополнительно, помимо увлажнения и освежения, еще такой, знаете, охлаждающий небольшой эффект. Их цена была 920 рублей. Так, и за покупки некоторой корейской косметики мне девушка презентовала
продавец от компании The Same вот такую коробочку. Я сначала даже не поняла, что это такое. Думаю, что она мне дала, что это мыло какое-то, сашет вообще, что это такое. Но потом я уже так дома познакомилась и поняла, что это спонжи косметические, 100% хлопка. Я так понимаю, это либо мини-версия, либо просто стандартная упаковка. В упаковке 20 штучек. Давайте мы с вами ее вскроем. Здесь ни одного слова по-русски нету, вообще ничего. Таким образом они хранятся. Это вот такие вот, я бы даже сказала, пафы хлопковые. Они не расползаются, не расслаиваются, не рвутся, даже будучи влажными либо мокрыми. Очень такие с виду прочные, как бы прошитые. Ну, не знаю, такие они толстенькие. Попробую, ни разу не пробовала я корейские вот эти пафы для снятия макияжа, как наши ватные диски. Надеюсь, мне понравится. Далее, девочки, в этом же магазине корейской косметики я приобрела вот такую трехэтапную маску от компании Елизавека Aqua White Water. Здесь три шага. Первый шаг у нас пенка для очищения лица. Второй этап – это тканевая маска, которую мы держим 15-20 минут. Третий этап у нас крем. Замечательный дорожный вариант. Все здесь у нас нарисовано, все написано, все расписано. Даже информация есть. Это увлажняющая масочка трехшаговая, трехэтапная. Буду ее использовать как дорожный вариант, когда куда-то поеду. Знаете, очень хорошо и очищение, и увлажнение, и питание, и все что угодно. Три в одном очень даже неплохо. Так. И там я приобрела еще одну маску, потому что она была по хорошей цене. Это так называемая маска мороженая от компании Апью в виде мороженого. У меня с экстрактом дыни. Что она делает? Насыщает кожу витаминами, предупреждает появление морщин, разглаживает, смягчает. На мнение эти масочки корейские работают приблизительно одинаково. Очень хорошо у меня идут на увлажнение, на освежение лица. Ну и последнее, что покажу, это Aura Classic ватные палочки в огромном объеме 400 штук. Мега упаковка. Взяла, чтобы, знаете, просто вот взяла и забыла. Еще расходный материал — это ватные диски от компании Aquella. Вот как раз и сравним, какими дисками удобнее пользоваться. Вот такой прямоугольной формы, либо стандартный, круглый, как мы обычно и привыкли. Все, друзья мои, это все мои покупки уходовой косметики в апреле. Надеюсь, вам было интересно, познавательно и увлекательно. Оставляйте свои комментарии и, конечно же, увидимся в новых видео. Всем пока-пока!